Вітаю в ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Хочеться, звичайно ж, привітати всіх наших глядачів, всіх шановних одеситів із Днем міста, але і навіть в цей святковий день будемо говорити про проблеми, зокрема про нашу одеську архітектуру, яка з кожним роком фактично занепадає, грошей на її реконструкцію, реставрацію, багатьох пам'яток архітектури немає. Слава Богу, от будинок Русова ми вже більш-менш в нормальному стані отримали, подивимося, що з ним буде далі, але от, на жаль, такий знаковий для Одеси об'єкт, як будинок Гоголя, продовжує, на жаль, осипатися. Про цю проблему ми і не тільки будемо говорити сьогодні в ефірі з Сергієм Варлавовим, головою Одеського національного корпусу. Вітаю вас, Сергію. Скажіть, ви от вже давно достатньо займаєтеся проблемою будинку Гоголя, так? Чого ви змогли добитися і які ваші вимоги? Во-первых, хотел бы присоединиться к поздравлению одесситов, конечно, с этим чудесным праздником. И действительно, мы сегодня должны, так сказать, играть на контрастах и омрачать этот праздник такими проблемами, которые сегодня действительно существуют, проблемой такого упадка исторического центра города. Сегодня мы говорим о доме Гоголя. В 2018 году мы подавали депутатское обращение на Одесскую мэрию по поводу данной проблемы. Получили ряд отписок. Согласно тому ответу, который тогда получили, Одесская мэрия направила обращение к ОСМД «Затышный», который является балансодержателем, собственно, данного здания, фасадного флигеля, имеется в виду именно дома Гоголя, дома, в котором жил Гоголь, дома, в котором он писал «Мертвые души». Этот дом сегодня полностью, по сути, ну, практически уничтожен, он разрушен. Да, и тогда нам ответили, что они обратятся к ОСМД с просьбой предоставить видение по реставрации данного здания. И в случае, если такой план не будет предоставлен, то Одесская мэрия обещала там обращаться в правоохранительные органы и так далее. Мы подали со временем повторное обращение и получили очередную отписку, что ОСМД не подала и не предоставила никакого видения и проекта, в связи с чем были поданы обращения в правоохранительные органы, а правоохранительные органи відповіли, що ну, не видять ніякої, собственно говоря, в этом проблеми. ОСББ, скільки там реально людей проживає, принаймні, ну, от квартир, скільки вони є заселеними? Тобто ну, ОСББ, воно віртуальне, чи воно дійсно продовжує функціонувати як об'єднання? Там, на самом деле, дуже складна ситуація, достатньо. Я з нею знаком ще з 2013 року, тому що знаком з сім'єю, яка має відношення до цього ОСББ. Наскільки я розумію, там сьогодні дві сім'ї. Одна, которая, в принципе, страдает от действий другой. Вот. И что касается именно фасадного флигеля, то он, конечно же, там никто не живет абсолютно. Но к нему имеет прямое отношение семья там, фамилии там, Гойфман и, не помню, там вторая. Ну, цена божилива, в общем-то, да. Там есть семейство, которое действительно имеет прямое к этому отношение. И на самом деле эта история тянется и при этой власти, и при прошлой власти. То есть это старая история. И насколько я понимаю, и насколько я владею ситуацией изнутри, мне объясняли, что попросту это семейство постоянно находило какое-то понимание с местной властью, и они играли в такую, в общем-то, рулетку. И смыслом ее было то, что здание планировалось довести до полного разрушения. Это всем понятно сегодня, что это очень дорогая земля, и на этой земле планировалось возведение очередной гостиницы или даже высотки. Поэтому, в принципе, была общая заинтересованность в такой ситуации, сохранялся статус-кво, и просто все молча ждали, пока этот дом разрушится, и на его месте вырастет что-то коммерческое, естественно, на чем вот все эти субъекты заработают. Недавно мы подали очередное обращение уже в феврале этого года по поводу того, что было сделано, потому что два года назад нам ответили, что городская власть запланировала бюджет на реставрацию города с 18 по 22 год исторического центра города, в который входит дом Гоголя. Соответственно, мы спустя еще один год подали обращение и задали вопрос, что сделано. На что получили ответ, что на данный момент
в городской казне якобы нет средств. Однако мы все прекрасно понимаем, что у нас прошла децентрализация, что сегодня наши местные бюджеты, можно даже сказать, переполнены. И при их рациональном использовании действительно можно было бы спокойно отреставрировать Дом Гоголя и большую часть исторических зданий в центре города. Ну, большую частину я бы с вами посперечался. Ну, там реально кошти просто... Действительно, я... большие средства, но мы понимаем, что отсутствует политическая воля. Без допомоги центрального бюджету тут никто не впорается, это инвесторов. Нужна, в первую очередь, согласен с вами, конечно, но нужна политическая воля. Таковой, по моему мнению, нету. И не было. Однако сегодня мы понимаем, что сегодня у нас выборы, и сегодня местная власть особенно уязвима к общественному мнению, к протестным акциям, к деятельности, позитивной, естественно, деятельности средств массовой информации в связи с освещением таких проблем, болючих для города. Вот, в связи с чем мы получили очередную отписку о том, что якобы в бюджете нет средств, и уже начали там ряд акций, подавать обращения уже в прокуратуру, в полицию, на центральную власть, подали еще обращение, еще одно на местную власть. И вот недавно уже провели, когда мы поняли, что нам нужно активнее привлекать внимание к этой проблеме, мы уже пришли просто в Одесскую мэрию с рядом общественных организаций, то есть там было порядка 100 участников, плюс средства массовой информации. Знаю, что ваш канал также освещал данную ситуацию. Да. И, конечно, мы, естественно, встретили сопротивление, там была муниципальная варта, сначала нам говорили о том, что никого там из представителей нет, потом нашелся какой-то представитель, который на самом деле за это не отвечает, с горе пополам, спустя там, я не знаю, ну полчаса точно это все происходило. Но все-таки вы встретились с паном Підгайним. Со скандалом, да, мы уже прошли туда, но, к сожалению, без средств массовой информации, то есть даже их не допустили. Однако пригласили нашего медийщика, собственно, и мы отсняли, удалось отснять материал, и где пан Подгайный сообщил, что они обещают создать договор, заключить меморандум с данным ОСМД, и что у них уже есть какое-то взаимопонимание по поводу консервации уже данного здания с последующей реставрацией. И действительно, через несколько дней это уже стало официально, и это стало везде известно, мэрия об этом действительно заявила. Важный момент. Нам сегодня, как гражданскому обществу, журналистской среде и небезразличным одесситам, следует контролировать, чтобы эти слова действительно коррелировали с конкретными действиями. И вопрос для нас не только в консервации здания. То есть суть в том, что они говорят, что параллельно будет разрабатываться проект реставрации. Действительно, мы требуем сейчас, чтобы была проведена реставрация, но мы понимаем, что нужен проект, это нужно время. Но очень важно не упустить это время, и чтобы это было сделано в кратчайшие сроки, и чтобы действительно была проведена эффективная консервация, а это здание в итоге не обвалилось. То есть чтобы это были не какие-то обещания перед выборами, да, а чтобы было реально законсервировано здание, чтобы там не выросла очередная высотка, и уже с начала следующего года сразу же запустился процес реставрации здания. Якщо реставрація не стартує, власне, так і влада планує, да, на наступний рік почати реставрацію, не кажуть, коли, там, на початку, чи всередині, 100%. Чи наприкінці, да. Але, принаймні, от кажуть, що наступного року. Якщо наступного року реставрація не починається, ваші подальші дії? Ми почнемо активні дії моментально з января місяця. В случае, если мы не увидим никаких действий в первый месяц следующего, по сути, бюджетного года. То есть, если действий не будет, и они будут пытаться сохранять статус-кво, мы продолжим действовать в этом направлении, чтобы заставить власть провести реставрацию. Дій, что... тобто початку власне реставрації, так? Да, да. Причем... Наскільки раціонально от прямо з січня починати? Я думаю, рационально, потому что я думаю, что тут важен самый главный момент, важно сохранять медийность этой истории, ну, скажем так, держать в тонусе местную власть, чтобы она понимала, что, условно говоря, с них никто не слезет в этой ситуации, что им не дадут, отложить ее в долгий ящик,
тянуть ее для того, чтобы люди условно об этом забыли и все-таки довести ее до, ну, до разрушения фактически. Вот, поэтому я считаю рациональным с января месяца следующего года уже активно включаться в этот вопрос и задавать вопросы, когда, конкретные сроки, что было сделано за это время, как, ну вот, то есть конкретика. До іншої теми, яка також є актуальною в останні роки в Одесі, ваша партія «Національний корпус» виступила проти проведення в Одесі так званого ЛГБТ-прайду, так? Чи ви виступаєте взагалі проти, власне, представників ЛГБТ-спільноти, чи ну, ви не хочете, щоб було це костюмоване дійство, як вони його називають певною адвокацією? Чому не парад, а прайд? Тому що адвокація – це ніби боротьба за права геїв, лесбійок та, ну, власне, не будемо продовжувати, логічний ряд. Так. Ну, слідує почати з того, що ми проводили исключительно мирную акцию, потому что мы знаем, что там были какие-то радикальные действия под Думской. Сразу отмечу, что мы к ним не имеем никакого отношения. Мы за два дня до этого собрали пресс-конференцию, в которой участвовал кандидат в депутаты от Национального корпуса Сергей Брачук, а также представители таких христианских конфессий, направлений, как Православная Церковь Украины, Киевского Патриархата, Греко-католическая церковь, католическая, также присутствовали также представители протестантов. Суть мероприятия, условно, оно не направлено против ЛГБТ. Мы не были против. Мы, в принципе, так акция и называлась «За традиционную семью». То есть это была абсолютно позитивная акция, на которую пришли молодые семьи, люди с детьми. Это именно есть символ данной акции. Касается ли это, в принципе, ЛГБТ? Ну, в какой-то мере касается. На самом деле это очень большая и крупная тема. Постараюсь достаточно емко о ней высказаться. В первую очередь мы считаем семью, наши традиции, нашу культуру основой нашей национальной безопасности. Национальной безопасности, в целом, безопасности нашего государства. То есть все эти вещи, они являются государствообразующими факторами. Вокруг них строится государство Украина. Вокруг них формируется наша субъектность. Именно поэтому, конечно, мы выступаем на защите наших традиционных семейных ценностей. Это основа нашего будущего и основа того, какой именно будет Украина завтра. Это наша семья. Вот. Что касается непосредственно ЛГБТ. Ну, тут на самом деле можно говорить достаточно широко. В принципе, я тут... Так, питання в чому? От якщо ви кажете про захист сімейних цінностей, захист, так, звісно, завжди питання є від кого. Да, тут, естественно, ЛГБТ, я считаю, является такой, скажем, агрессивной достаточно организацией, которая действует, абсолютно действует против наших традиционных ценностей, против нашей культуры. Например, президент Трамп называет похожие организации, такие как БЛМ, например, неомарксистской организацией, организацию Антифа называют просто террористической, и на самом деле ЛГБТ имеет те же корни и тех же доноров, те же источники финансирования и тех же идеологов, что и эти организации. Одним из доноров, конечно, стоит сказать, есть некая одиозная личность, уже достаточно, от которой, в принципе, все устали, и которую постоянно повторяют, естественно, это Джордж Сорос. Таких людей, как он, скажем, есть еще и другие персонажи, это одна из самых известных. Джордж Сорос, если обратиться к его персонали, кто это такой? Это человек, который провалил фунт стерлинга благодаря своим манипуляциям, если не ошибаюсь, в 2008 году. То есть это игрок, это махинатор, это человек, который замешан в огромном количестве финансовых спекуляций, за которыми следовали масштабные экономические кризисы. Дальше этот человек, конечно же, стоит заметить, известен тем, что во время нацистской оккупации он сотрудничал с оккупационными войсками против своего народа. Это, он об этом говорил сам в своем интервью, это известно из публичных источников. Он говорил, что он сдавал евреев
нацистом и считал, что это правильно. Ну, биографию Джорджа Сороса, да. Давайте мы... Почему я о нем говорю? Да. Потому что он является донором. Это не совсем тема. Согласен. Вот если от этого отойти. Он является донором этих организаций. Они говорят, смотрите, мы же развиваем гражданское общество. Вони ж заперечуються. Мы развиваем свободы, мы вот продвигаем либерализм, якобы неолиберализм. На самом деле это идеология культурного марксизма, которую используют транснациональные корпорации и крупный, скажем так, финансовый спекулятивный мировой капитал. Это крупные глобалистские структуры, которые в своих и коммерческих, и прагматичных интересах и с целью увеличения своей власти, они борются против национальности. Национальных государств, основой которых, естественно, является культура, традиция, вера, семья. И они верят вот в такой трансгуманизм, они верят в глобальное открытое общество без границ, без государств, без религии, без семьи, без полов в виде там, мужчины и женщины. Они это открыто декларируют. Их философы и идеологи это везде публикуют и заявляют это открыто. Они пишут научные труды, и ЛГБТ является продуктом этой идеологии. Я считаю, что она откровенно вражеская и направлена против нашей страны. Ваша позиція зрозуміла. З цього питання ще є одне важливе, яке б хотілося від вас почути. Мова йде не про Одеську організацію Нацкорпусу, але менше з тим. Все-таки дійсно резонансна подія, напад на автобус, стрілянина під Харковом, де в якому знаходилися активісти організації, якщо я не помиляюся, «Патріоти за життя», які, власна структура створена Ілією Кивою, депутатом від ОПЗЖ, народним депутатом, і затримані в цій справі затримані представники Нацкорпусу. Угу. Ваш лідер, він, Андрій Білецький, заперечив, що там були представники Нацкорпусу. Поставив під сумнів. От. В той же час сказав, що цих людей потрібно нагородити, якщо це дійсно виявлять наші активісти. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи є вже інформація, це ваші люди нападали? Чи це нападали ті люди, яких затримали саме? І що там відбулося? А вот в чем суть конфликта, який відбувся? Ну, смотрите, нужно, я думаю, начать с, в принципе, комментариев Ильи Кивы, вот в самые первые секунды. Что заявил Кива? Что это были боевики Нацкорпуса, что убиты люди, и также, что люди похищены. В итоге нет из публичных и официальных источников еще ни одного подтверждения, ни того, что это были люди из национального корпуса, нет подтверждений, и не то, что нет подтверждений, а убитых людей нет. Это есть официальное подтверждение, позиция официальной, вообще властей, полиции, собственно говоря, о том, что никаких убитых нет, нету никаких людей, которых там якобы похитили. Ну и Нацкорпуса, получается, на данный момент никакого нет. Соответственно, это уже вопрос к Илье Киеве. Так что же на самом деле было? А что касается того, что сказал Андрей Белецкий, я полностью поддерживаю то, что он сказал, что мы, как партия, поддерживаем ребят, которых сегодня за это там пытаются арестовывать и так далее. И завтра под главным управлением национальной полиции в Одесской области на улице Еврейской пройдет акция в поддержку ребят, которых арестовывают по данной ситуации. Объясню почему. Але стрілянина була? Так, напад був, ну це все на відео бачили, людей була. Забрали до лікарні, госпіталізували, є постраждалі, вбитих дійсно немає, є постраждалі. Був відвертий конфлікт. Так, да, стрільба була, дійсно, звісно, тут вопрос в чому, а хто перший почав стріляти? О, це дуже важливе питання, от з чого все виникло? Із відео ми поки бачимо тільки те, що стріляла іменно сторона ОПЗЖ, собственно говоря, і це була відповідна реакція. Я думаю, що в публічне, точніше, в ближайшее час ми вже услышимо официальную позицию властей, в том числе полиции, по поводу того, что же действительно произошло. Поэтому, але Нацкорпусу там не было, правильно? Вам невідомо про те, чтобы там были активисты Нацкорпусу? Я не знаю, чтобы там были активисты, у меня нет такой информации, что там были наши люди. Я скажу так, что почему мы поддерживаем этих людей вообще в целом? Почему мы выступаем в поддержку? Потому что большой вопрос, а почему такими силовыми структурами, как вот эти якобы патриоты за жизнь, которые
которые создаются сейчас по всем крупным городам страны, которые финансируются партией ОПЗЖ и, собственно, господином Кивой, у них есть залы, у них есть оружие, их накачивают кремлевской пропагандой. Почему этими людьми сегодня не занимаются компетентные органы? Почему обычные украинцы должны заниматься этим? Потому что я напомню, что в 2014 году в Харькове функционировала такая организация под названием «Оплот». Она действовала абсолютно по таким же лекалам. Эта организация участвовала в похищении людей, в нападении на проукраинские митинги, в захвате администрации. Впоследствии эти деятели «Оплота» вступили в ряды террористов и воевали против украинского государства. И эти ребята создавались вот точно абсолютно по таким же лекалам, что и вот эта вот гвардия Киева, ОПЗЖ, «Патриоты за жизнь». Эти люди, вот эти «Патриоты за жизнь», они должны быть привлечены к уголовной ответственности, как и их лидеры, как и их доноры. И мы понимаем, откуда они сегодня финансируются. Финансируются они сегодня из государства-агрессора. Поэтому большой вопрос, так кто же должен нести за это ответственность? Я считаю, что нести ответственность должны их идеологи и их владельцы, а также, собственно, и те люди, которые сегодня завербованы ими и участвуют в таких силовых акциях. Зрозуміла ваша от позиція з цього питання. Ще дуже коротко я вас попрошу. Ви об'явили, ваша партія, якесь там сафарі на одного з популярних блогерів, якого вважають проросійським багато хто. Його партія діє нині в Україні, він вас звинувачує в тероризмі і в нападі на його прихильників. Чи ви в тому числі викладали ці напади на своєму офіційному сайті, так, та в соцмережах? Скажіть, чи дійсно ваші активісти причетні до цих нападів, от в контексті всього вище переліченого? К нападениям, конечно же, не имеют никакого отношения. Что касается терроризма, то, естественно, мы сейчас говорим о господине Шарии, который везде, во всех своих блогах рассказывает о каком-то терроризме нацкорпуса. Все очень просто. Что такое терроризм? Терроризм — это агрессивные действия, которые направлены против государства Украины в данной ситуации и направлены на свержение конституционного строя нашего государства. Я считаю, что вся деятельность нашей партии как раз-таки направлена на защиту нашей страны. И наша партия сформировалась на основе полка АЗОВ, который выступил в защиту территориальной целостности и независимости нашей страны. Поэтому обвинять национальный корпус в терроризме господину Киви, который как раз-таки финансируется из Москвы, ну, мне кажется, это какое-то биполярное расстройство личности. Вот я бы только так это мог бы оценить. Сергію, я вам дякую за цікавий ефір, дякую, що прийшли до нас. Я нагадаю, що у нас в гостях був Сергій Варламов, голова Одеського національного корпусу. Студію провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з репортером.